Полиция надеется с помощью новых фрагментов идентифицировать останки, которые ранее были обнаружены в дипломатическом здании. По лицам Италии после повторного осмотра в здании посольства Ватикана в Риме и обнаружил новые элементы человеческих останков. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает агентство ЭНСА со ссылкой на источники в полиции. Информатор сообщил, что речь идет о человеческих костях. Эти фрагменты могут быть полезны для идентификации ранее обнаруженных там останков, отметил собеседник. Напомним, на прошлой неделе во время проведения ремонта пола в помещении, которое с 1949 года занимает представительство Ватикана, рабочие обнаружили почти целый скелет, а также и другие кости. Эксперты пришли к выводу, что они принадлежали женщине. Местные СМИ связали находку с пропажей двух 15-летних девочек в Риме в 1983 году. В тот год с разницей чуть больше месяца бесследно исчезли дочь гражданина Ватикана Эммануэла Орланди и дочь владельца одного из столичных баров Мирелла Грегори. В течение многих лет дело было связано с многочисленными версиями, начиная от попытки убить папу Иоанна Павла и до финансового скандала Банка Ватикана и уголовного преступления в Риме.